полиция! Чего? Руки за спину. За спину руки. По какой причине пришли, знаешь? Нет. Здесь следователь главного следственного управления. Он сейчас вам предъявит постановление, с которым вы ознакомитесь, и начнем следственные действия. Хорошо. Экзамен проверяющий мигрант. Поездки куда-то, там мелкие деньги у меня подписаны, чтобы взять в следующий раз. То есть непосредственно ваш начальник, да? Ну, получается, что так, раз вы тестер. Получается так. Чем вы занимаетесь? Провожу экзамены. ТРКИ провожу. Проводите экзамены по знанию русского языка? Как иностранного, да. $10,000, да? А здесь по мелочи, да? Здесь мелкие, да. В общем, в счете $1020, ну плюс-минус. Ну, не больше. Дверь открывай, полиция, на пол сразу ложись! На пол, нельзя, руки за голову! Один дома! Нет, жена спит. Да, проходи дальше. Здрасте. Здрасте. Читаем постановление. Постановлением ознакомлен. А что за деньги здесь у вас? Здесь что это вообще? Доллары? Конвертится. Что это за деньги? А, это не мелкие деньги, доллары. Это предоставь. Зарплата в филиале. Я получаю деньги. Сдаете тест? По-русски можете говорить, нет? Да, в узбекском. Все, не стали стрелять. Для чего сдаете тест? Или по какому предмету? По какому предмету для чего? На патент. На патент? Да. А тест? Какой тест? По какому предмету? Это такие. Это читайте. А? Читайте или отметьте. Такие. А что здесь написано?
Гражданин Узбекистан, да? Да. Давно прибыли? Это моя почта, это моя почта, это, ну, так, это WhatsApp. Хорошо. WhatsApp. У тебя есть один телефон? Законайте? Да. А вы сейчас что делали? Проводили экзамен? Да, на уровень патента. Да, да, да. Ну, и, соответственно, в компьютере все сведения тоже есть. Сейчас специалист подъедет, тут будет, наверное, выгружать все это. Кто вас сюда направил? Я? На тестирование? Откуда, от кого узнал, куда идти? А, Курская. Чё Курская? Курская, 28 и 32. Там что? Здесь живет, да? А? Здесь живет я. Живешь здесь? Да. Где? Доставлять телефон анализ. Парта Кудава, который находится в республике Таджикистан. Только для того, чтобы ознакомиться с постановлением производства выпуска. Июня 23-го. И какой тут рагон? Какой нужен? Затем кто не Так,